Друзья, привет! Работа у мануального терапевта кипит. Вот сейчас мы зажмем спину после тщательного массажа. По диагонали, декомпрессия с выдохом. Сперва выдыхать. Немножко да, потерпи. Крестец. Крестово-позвоночное сочленение теперь раздвинем и... Так, не больно щипаюсь? Нормально, хорошо, так уже оттягивается. И копчик. Слышал, да? Вот. Так. И пояснично-подвздошный сустав. Вот так вот. В общем, починим. Сход, развал, все поставим на место, отрихтуем, подровняем. Так, и вот тут вот. И теперь выдох. Еще раз, еще раз. Ага. Но это еще не все, сейчас шею чуть-чуть тебе потянем, вот так, сам ничего не делай и не сопротивляйся. Живой? Вполне. Давай, не молчи, не пугай нас. А то многие телезрители в шоке, что же происходит. А встанет он за стола или не встанет? Ребята, все будет путем. Как раз человек жаловался на шею, и мы его распрямили. Вот во все стороны. Хип-хоп, ла-лей, с вас подписка.